Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Стартовал первый раунд плей-офф Лиги чемпионов. Боруссия принимала лидера французского футбола ПСЖ, который не проигрывает уже на протяжении 3,5 месяцев. А вот дортмундцы могут похвастаться тем, что не уступают на своем поле 8,5 месяцев. Сейчас узнаем, кто прерывал свою серию. А пока очень было интересно понаблюдать, как клубы пугали друг друга перед очной игрой. ПСЖ свел свою игру с Амьеном в ничью 4-4, а Боруссия поставила на колени Айнтрахт 4-0. Главное открытие группового раунда. Эрлинг Холланд вышел в составе черно-желтых, сделал дубль и принес им победу 2-1. Норвежец – первый футболист в истории Лиги чемпионов, кому удалось выступать за разные клубы и отличиться в течение одного сезона. Напомним, что ПСЖ пропустил за предыдущие 6 игр 2 мяча, а с учетом этого матча уже 4. Команда Тухеля потерпела первое поражение в этом турнире. Минутка истории. Клубы виделись всего лишь 2 раза в истории. Оба матча закончились до этого в ничью. Ответная игра состоится 11 марта в Париже. Переходим к следующей интересной встрече между Атлетико и действующим чемпионом Ливерпулем. Ситуация здесь похожа, как и в предыдущей паре. Одна команда, Ливерпуль, имеет длительную беспроигрышную серию, которая длится 2 месяца. Второй клуб, Атлетико, здорово выступает на своем поле. Одно поражение за этот сезон. Давайте вспомним, что в последнем туре английской лиги красные с минимальным счетом переиграли худшую команду АПЛ Норвич 1-0. Атлетико в Валенсии показал равный счет с местным клубом 2-2. Единственный гол Сауля на 4-й минуте принес испанцам победу. Игрок оформил свой 5-й мяч в турнирах Лиги чемпионов. Гости ни разу не пробили в створ ворот и потерпели 4-е фиаско в этом сезоне в различных турнирах. История личных встреч насчитывает уже 7 игр. Впереди испанцы, 4 победы. Вечером 11 марта 2020 года повторный поединок, который состоится в Мадриде на Ванда Метрополитано. Понятно, что сегодняшние результаты не гарантируют еще выход в следующий круг. Пора обновить в памяти список лучших бомбардиров. Холланд отправил ворота соперников 10 голов, у Левандовски также 10 мячей, но сыграно на один поединок меньше, у Кейна 6. Что же изменилось в списке лучших ассистентов? Талисо из Баварии имеет 5 голевых пасов, у Зиша из Аякса, Фермина из Ливерпуля и у Мореза из Манчестера Сити по 4 результативные передачи. 19 февраля в среду Аталанта примет Валенсию, а Тоттенхэм в это же время, в этот же день сразится с Лейпцигом. На следующей неделе, 25 февраля, Челси будет противостоять Баварии, а Наполи будет защищаться в игре с Барсой. 26 февраля завершаются первые матчи 1/8 финала. Реал Манчестер Сити и Лион Ювентус. Лига чемпионов входит в топ-3. А какой самый старый международный турнир, узнайте из прошлого выпуска. Услышимся на спортивном уже завтра.